В областном центре проходит чемпионат по художественной гимнастике «Русь». Это 15-е юбилейное соревнование. Впервые они состоялись в 1998 году. За все это время в чемпионате приняли участие сильнейшие ивановские спортсменки, которые прославили город Иваново, в их числе Марина Шпехт. Но уже появились и молодые гимнастки, у которых высокие достижения еще впереди. Подрастающая смена, тоже очень сильные девочки растут. Ламбрехт Оксана, 2000 года рождения. Девочка очень красивая, динамичная. Мы на нее возлагаем большие надежды. И чуть-чуть поменьше Аня Лебедева. Они все воспитанницы ДСШ номер 9, но они также на лидерских позициях сейчас у нас. Гордость ивановских тренеров Камила Каюмова. Сейчас она выступает в разряде мастера спорта. Но совсем скоро на ближайших международных турнирах Камила планирует выполнить норматив мастера спорта международного класса. Чтобы достичь успехов, нужно усердно работать. Художественная гимнастика в этом плане не исключение. Камила проводит в спортзале по 8 часов 7 дней в неделю. С утра мы приходим, делаем, как правило, партер. Это комплекс упражнений на разминку, на подкачку, закрепление мышц. Затем распрыжка со скакалкой и делаем два вида. Всего у нас 4 вида у каждой. Два вида по определенному плану, который задает тренер. Затем перерыв, обед, отдыхаем и приходим на хореографию. Такие усердные занятия приносят свои плоды. По итогам турниров ивановские гимнастки всегда оказываются на высоте, несмотря на сильнейшую конкуренцию в этом популярном виде спорта. Только на этот раз в чемпионате принимают участие 500 гимнасток со всей страны. Любовь Почерникова, Олег Милехин, РТВ Иваново.